Доброе утро, друзья. А подожди, как у меня-то? Обыкновенно, ты мне ее так и не вернул. Долго еще нет? Все, поехали. Господи, блядь. Собираемся в Екатеринбург за материалом. Да можно не хлопать, а? Здесь невозможно не хлопать. Все какие-то движения эти лихорадочные. Погода вообще бомбовая, бомбовая. Ну, прохладно, да. Минус 4 в данный момент. Сегодня будет до плюс 5, что ли. Ну, с понедельника уже все будет тепло. Слышишь, карточку надо обязательно. Ну, так дай мне карту мою, верни. Я ж тебе отдавал. Ты мне ее не отдавал. Не отдавал. А ты взяла этот прикуриватель-то? Нет. В Мерседесе иди возьми. Ты, короче, карту знаешь, больше вообще не получишь никогда. Не, ты карточку потеряла, точно я тебе отдал. 10-ю карту теряет, хуже ребенка. Сберовскую потерял, Тутеньков потерял. Сейчас мне опять ее надо блокировать и новую выпускать, что ли? Видно, не видно, что там вообще. На, поставь пока. Давай, на, карточку чувствуешь? Так верни мою карту, верни ее, просто отдай мне ее. Фух, дыши глубже. Как кукла я умирала. Каждой ночью. Блин, классно вообще так. Свежо, прикольно. Тут буквально, наверное, дня 3 назад уже, видимо, пожары были, леса горели, смог уже стоял. Ладно, хоть снежок этот выпал. Чуть-чуть там все осадило. Даже не чуть-чуть, а вообще все. Чуть-чуть. Я, может, кофе еще успею хрепнуть. Вот этот пес ходит. Я думала, он зиму не проживет. Ничего, выжил старый. Вот такая вот судьба у собаки. Собачья жизнь. Приехали в магазин специализированный. Все для бань. Ну, печи. Все дела. Он рынок Уралмашевский. Короче. Что мне это? Вот это как? Как это называется? Шапка для бани или что? Зачем она такая меховушка? Вот это прикольненько. Шапка для бани, меховчина, графитовая. Так, ну что, мерим? Мягкую, классную. Короче, я баню. Она прям для меня.
Шапку что не видишь? Вот такие шапки, короче, продаются. 2 косаря стоят. Удобно. О, релакс. Ушаты, шапки, ковши, коврики. Шайка-лейка. Шайка. Шайка двуручная, 1736, кстати, недорого. Ой, вот так она еще. Круглая такая. Но это недорого. Мы такую в Леруа покупали за 2500. Нет, хотя объем побольше. Больше объем. Такие маленькие, классненькие. Я вообще обожаю что-нибудь маленькое. Объем 24-40. Коврик, лежак. Раздевайся, будет жарко. Ну-ка покажи шавуху. Вот, шавуха, так шавуха. По локоть. Угу. Вкусно? Суховато только. Сухая? Да. Прикиньте, потеряла купон на браслете. Ладно, браслет вот повис на этой резинке. Благодаря этой резинке он у меня не потерялся. А кулончик пропал. Ну ничего, это у меня будет откупом. Мы едем по улице Победы. Печка со всякой шляпой прилегающей, относящейся там. Что там есть? Где? Ну, к печке что там? Какие запчасти-то? 2 сэндвича, проходной узел, шибер, флешмастер, переходник, бачок. Ну и все. А, и оголовок. Ну реально сухая. Угу. Все стекло поди вниз, наверное, как обычно. А у тебя что, острое, нет? Он тебе халапеньо должен был добавить. Ну он что, выглядывает халапеньо?
Ну, сейчас-то посочнее стало, да, уже? Угу. А что, нету этих салфеток там? Вот какие-то. Эта хрень сломалась. Так, все, починила. О, какая тренажечка какая заниженная. Это что, название ТЦ, что ли? Вкусно. И точка. Поет. С этой тренажки сумасшедшей. А где она? Я не знаю, сзади, да? Наверное. А кто это реально так слушает? Офигеть, нифига себе. Как будто у нас машины. Басы только из ваза могут это быть. Да, вот он, но крейзи. Зачем он кто открыл? Чтоб все слышали и кайфовали. Здесь стояли, поворачивали на пионерку. Здесь стояли, да? Угу. Беспонтово на пионерке жили, да? Почему? Потому что в квартире.
тоже себе. Мне особенно рядом торговик нравился. Какой? Ой, забыл, как называется. Это идешь туда дальше. Где Баума на улице? Да. Как называется? Аида, что ли? А как? Куда идешь-то вообще? По какой улице? Короче, точно не помню, как улица. Вот как на по Учительской идешь, к нам поворот в дом и дальше туда. Учителей. Учителей, ну по Учителей идем, да? Этот что ли? Радгой.